Добрый день, друзья и зрители моего канала. В этом мастер-классе мы будем вязать вот такой вот узор, косичку. Для вязания узора набираем количество петель кратное 20 плюс 2 кромочные. Я набрала 42 петли. Первый ряд вяжем. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Повторяем узор с начала ряда. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Все изнаночные ряды вяжем по узору. Там, где лицевая, вяжем лицевую, там, где изнаночная, вяжем изнаночную. Третий, пятый и седьмой ряд вяжем точно так же, как мы вязали первый ряд. Первую кромочную снимаем. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Вяжем точно так же до конца ряда. Дальше вяжем девятый ряд. Первую кромочную снимаем. Дальше провязываем 2 изнаночные. Берем дополнительную спицу. Снимаем 4 петли на дополнительную спицу. И перекидываем их так, чтобы они были сзади работы. Следующие 4 петли провязываем так, как у нас идет узор. Лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. Далее одеваем снятые спицы назад на нашу спицу, с которой мы ее снимали, и провязываем эти петли тоже так же по узору. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая. Дальше берем, снимаем следующие 4 петли на спицу и
делаем их перед работой. А следующие 4 петли, которые находятся на спице, провязываем по рисунку. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Снятые на дополнительную спицу петли надеваем назад на нашу спицу, с которой мы их снимали, и провязываем по рисунку. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая. Дальше провязываем 2 изнаночные и повторяем узор так же, как мы вязали с начала ряда. 11 и 13 ряды вяжем точно так же, как мы вязали 1, 3, 5 и 7 ряды. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая и 2 изнаночных. И так до конца ряда. Начиная с 15 ряда, вяжем точно так же, как мы вязали с 1 по 14 ряд. Такой вот у нас узор получился. Если вам понравилось данное видео, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи. Пока-пока.